давайте разбираться. Ты поработала, скажи честно. Поработала? Хорошо. Перемала. Давайте сначала не будем. Сначала не будем пить. Сначала, Александр Ильич, давайте начнем с того кусочка, который у нас с переходом на модуляцию. Давайте прямо с этого кусочка. Так, о чем песня, Вероника? Песня? О чем песня? Вообще о цветочках, о дожде, о солнышке, о двух влюбленных. Ну там только мы вдвоем. Нам хорошо вдвоем. Мы всем сможем. Ну так. Да, все песни. То есть позитивная такая, да? Песня, да? В прекрасном чувстве. Двух молодых людей, девушки и юноши. И окружающая их природа. Угу. Все замечательно, все чудесно. Хорошо. Ну давай. Я же все равно до конца не пойму. Вот в чем все-таки в чем конфликт? Всегда во всем есть конфликт. В чем он там? Есть перевод вообще? Да. Я вижу кристальные капли дождя. Падают. Ты странно пишешь построчно. Я вижу кристальные. Я вижу кристальные капли дождя падают. Поняла, прости. И красота всего этого, когда солнце сверкает сквозь капли, в моей голове радуга, когда я думаю о тебе, и я хочу проводить время с тобой. Только мы вдвоем можем сделать все, если попытаемся только мы вдвоем построить замок для нас двоих, ты и я. Мы не ищем любовь, не время для слез, это просто вода, от которой не растут цветы. Не надо ждать, надо действовать, мы должны найти, пойти на все. Я слышу, как падают капли в окне, и, дорогой, когда наступит утро, будет сиять утреннее солнце, и я хочу быть рядом с тобой. Ну, извините меня, здесь глубочайший смысл песни. Что значит лютики-цветочки? Двое влюбленные ходят по полю, цветочки нюхают, как нам хорошо, какая прелесть. Тут посмотри, какая драматургия в песне, Вероника. Ты посмотри. Не время для слез, это просто вода, от которой не растут цветы. Ну, я понимаю, что тут перевод английский. Не надо ждать, надо действовать. Мы должны пойти на все. Вот в этом вот все, понимаешь? Вероятно, у молодых людей, ну давай представим себе, давай нарисуем эту картину. Представь себе, что... Ну, старая древняя история Монтеки Капулетти, пожалуйста. Родители против или что там, я не знаю, в чем дело. В чем дело? Может быть, у них сумасшедшая разница в возрасте, и все говорят, ты что, с ума сошла? Или ты что, сошел с ума, она старушка из Иргиля? Или ей говорят, ты что? Ты что, он же тебе в дедушке годится, а у них любовь. Либо это действительно два молодых человека в юном возрасте, но он богат, она бедна, и родители не хотят, чтобы они любили, они считают, что это неправильно, это их девочка, их красавица, она вообще, это что это тут такое, это недостойно ее, или наоборот, о чем эта песня? Ты понимаешь, что мы должны достроить, Вероника, мы должны обязательно придумать? Я так, давай остановимся, я так полагаю, что... Ребята не знают, они, мы должны действовать и не должны ждать ничего, мы должны действовать и пойти на все. То есть я понимаю, вот, понимаешь, они убегут куда-то, об этом в песне просто нет, это остается где-то, да, вне. Это многоточие после песни, они куда-то убегут, они скроются от глаз людских. Они придут в храм, они, может быть, попросят, чтобы их обвенчали, они любят друг друга. И как бы там ни были в мире против. Если угодно, Бог их соединит, и они будут с этими цветочками и лютиками потом по полю ходить. Но пока-то у них, извините, у них тут сложности. В песне-то сложности. Ты согласна с этим? А? Я не знаю, какой тебе вариант. Тебе, ты молодец, что ты перевела, нашла перевод. Если попытаемся, только мы вдвоем. Только мы вдвоем можем сделать все, если попытаемся. Понимаешь, опять же, они... До этого момента они бездействуют, то есть они не действуют. Они только мы вдвоем, и замок построим для нас двоих, и счастливы будем, но только ты и я, но только если мы начнем действовать. Понимаешь?
понимаешь, да? Любовь их нашла, мы не ищем любви, она нас нашла. Не время для слез. Это просто вода, от которой даже цветы не растут. Понимаешь? Цветы-то не растут от слез. Почему не растут? Потому что слезы какие? Соленые. Не надо ждать, надо действовать. Мы должны пойти на все. Я слышу, как падают капли в окне. И, дорогой, когда наступит утро, будет опять утреннее солнце, я хочу быть рядом с тобой. То есть вот это утреннее солнце, это наступление нового дня, это надежда и вера в то, что они будут вместе. Но только тогда, когда они начнут действовать. И только вдвоем. Поем. Пробуем. Вот думай об этом. Думай об этом. Вкладывай весь смысл, что мало сидеть и говорить. Ох, нам вообще нам мешают родители, нам мешает то, нам мешает все. Как плохому танцору кое-что тоже мешает все время. Все время что-то мешает. Потому что танцор плохой. Действовать надо. И все, под лежачий-то камень ничего не побежит, не потечет. Ну, давайте с модуляцией. Давайте попробуем вот это место, которое совсем у нас никак. Мы еще и только работаем. Поехали. В это гу. Вот что ты вкладываешь? Что ты вкладываешь в него? Что ты? Или радость того, что в этом твоем, вот в этом месте твоем, она открывает шторы, вот оно, солнце взошло, день не пасмурный, а он ясный день. Либо у нее томление, они не могут принять решение, они не действуют еще. Вкладывай в него, пожалуйста, то, что ты хочешь. Это может быть как то, так и другое. И потом мы говорили с тобой о речитативе, который должен быть на этом месте. Пошли. Пожалуйста, прямо говори. Выбирай строчка. Какая будет строчка? Давай, только мы вдвоем. Что? По-английски как она звучит? Just do us. И еще? We can make it if we try. Вот об этом и говори. Пробуй. Опять же, что ты сюда вкладываешь? То есть позитив. Только мы вдвоем. Они верят в то, что вдвоем они справятся. Пошли. Точно, аминь. Будь здоров, Александр. Спасибо. Валерьевич. Пошли. Сразу. Да, все, хорошо. Еще разок. Посмотри, два раза повторила. Но все же было хорошо. Значит, посмотри, первая должна быть just into us. Вторая, как эхо, как повтор, она как эхо, она растворяется все, до нее доходит, она начинает понимать, она еще больше убеждается в том, что только вдвоем, один в поле не воин, мы ничего не можем делать по отдельности. Пошли. Пока не понимаю, что вкладываешь, но просто мы сейчас только об этом поговорили, поэтому пока ты ничего не вкладываешь смыслово, но хотя бы сейчас фигурально, да, выстраиваем все это. Пошли еще. Еще раз это место. Вероника, смелее. Не надо думать о том, что я подумаю. Думай о том, что ты думаешь. Я все услышу. И Александр Валерьевич тоже. Пошли. Должна мягче войти. Мягче должна войти. Активная атака. Не готова была просто. Да, ты просто сейчас не приготовилась. Ты увлеклась, и хорошо, что ты увлеклась. Нормально. Сейчас соединим, чтобы ты вошла в этот в куплет, в последний куплет.
и сделай там, понимаешь, прямо как по облакам, как по волнам, по этим мыслям, мысли эти увеличиваешь, уменьшаешь, понимаешь, то есть в динамике работай. Пошли, 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 еще разочек. Хорошо, еще разочек, еще не ничего сейчас, давай поработаем. Именно вот с этим куском. С первым, со вторым куплетом там, как бы вот это самое сложное вот это вот у нас место. Смотри, что ты вкладывать будешь вот в эту переходную часть, где модуляция у нас, что ты будешь в нее вкладывать, и как ты начнешь последний куплет петь, понимаешь? Все-таки они расписываются в том, что поговорили-поговорили, и ничего не произойдет все равно? Или все-таки они начнут? Так произойдет, так это и должно произойти. Ты мягко входи в этот куплет, а потом-то ты дай динамику. Все, они приняли решение, они его приняли, и дальше дороги нет, они оглядываться не будут, что бы там ни было. Понимаешь, да? Еще раз это место. А свободы себе никак ты не даешь. Вот никак не даешь. Я понимаю, что импровизацию неплохо выучить. Я все это понимаю, что ее подготовить. Александр, сколько времени? 6:30. Угу, у нас еще есть немножко времени. Вы торопитесь куда-то? Ну, за мной просто без 15 человек приедут. И за мной приедут 6 часов, мне ехать тоже надо. Поэтому 15 минут еще в нашем распоряжении, да, есть, значит, все, хорошо. И... Вероника. Что, если ты пьяла, плохо все?
Припев, во-первых, ноты не те. Да. Я говорю, это плохо, потому что ноты не те. На-на-на-на-на. Уж извините, что тут-то сложного? Почему здесь даже ноты не те? Это во-первых. Потом, что бы ты ни делала, что бы ты там ни делала, ты должна все-таки, да, у нас идет. Ну никуда, понимаешь, опять же ты. Басановочка. Все время, понимаешь, он пульсация, это идет, 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 идет. Пошли только коду. Покупайся сейчас. Давай. Ни вне ритма, никуда. Все равно, все время пульсирует. Пошли. Сразу после того, как ты спела последний куплет, ты его разогнала, да, кульминация, свет, все, действовать будем, любовь, ура, все, мы приняли решение. Первый у тебя, не надо ничего выдумывать, первый спой группу правильно, спой, как оно есть, и ритмически, и ничего не придумывая. Джастин, как он идет, припев? Поехали, без Александра Ильича, пошли. Три. Джастин, we can make it. Ну где это? We can make it to the fun and just into the world. Нормально его пой. Нормально его пой. Ничего не... Just into us. We can make it if you try. Just into us. Вот если ты посидела just into the bus, значит, ты должна успеть потом. Если ты на ней посидела just into the bus, значит, ты должна успеть. Если ты тут посидела, догоняй потом, ну ритмично все это. Еще раз. Три. Just into us. Ой, давайте еще раз. Три. Just into us. We can make it if you try. Just into us. Нет, этой пульсации нет. Just into us. Пошли. И just into us. Я по словам не знаю, как попробую. Там по словам не получается? У меня не получается. У тебя не получается? Плохо Наталья Викторовна английского не знает. Хоть ты что, что я могу сделать? Ну ничего я не могу сделать. Ну, не знаю я английский язык. Пошли. С Александром Валерьевичем, пробуй. Накройте одеяло мою, Александр Валерьевич. На. Накройте ее одеялом. Ей будет комфортнее петь. Пошли. Два, три, раз. Just into us. Никаких размазанных. Александр Валерьевич заканчивает. Just into us. Спой ее хорошо. Никакой мазни в конце. Три. Финал только. Just into us. Все. Да, да. Принято решение. Точка. Хорошая точка. Еще разочек и по домам. Только с да, с переходом, с модуляцией. Thank you.
Ладно. Все, спасибо всем. Спасибо, Александр Валерьевич. Спасибо, Вероника. Вероника, значит, работай над финалом работы. С первым, вторым куплетом мы на прошлом уроке подразобрались. Все, значит, до... Сейчас мы с вами... Подождите, не убегайте.